Я работала церемонимейстером, спокойно, никого не трогала. Еще я вечером пою иногда. И тут мне на Фейсбуке вылезает реклама о том, что Pro English Drama School набирается новый курс на кино... Ну, это не производство. Кино... инкубатор для актеров на английском языке! И, в общем, короче, я решила пойти... Вот я тут занимаюсь, уже почти скоро у нас выпуск, расставаться с ребятами не хочется, особенно с Алиной, потому что я узнала недавно, что она знает 7 языков, и теперь мне интересно пообщаться с ней на ашми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 ш
мыш-мыш-мыш-мы, она меня не поймет, поэтому я могу ее надурить, если что. Вот. Очень понятно, очень все приятно, она все объясняет. Короче, бояться не нужно, если вы хотели заняться давно своей мечтой, то здесь, я думаю, у вас все получится.